Как это не было красиво, но так оно и есть. Я честно, как водитель, вижу большее правило, когда на дорогах дети. К слову, во многом благодаря полиции, которая регулярно работает с молодежью. Полиция показывает и объясняет. Да и преподаватели также говорят о правилах неписанных, но сделанных для всех. Как переходить улицу, как ездить на велосипедах и самокатах. И вы знаете, это работает. В редких случаях я вижу, как правило, мам, чихающих на запреты. Мамы, где ваши мозги? Может быть, их нет, но зачем вы тащите с собой детей? Вот в их мозгах большее понятие то. Да, это работа на благо. Чем меньше будет нарушений, тем лучше будет. И к слову, и вообще, вы смотрите, как специалисты ведут работу. Как для специалистов устраивают показательные выступления. Как папы и мамы с молодых корней внедряют правила. Просто было время, когда машин было мало. Сейчас их стало в сотни раз больше. И честно, и лучше, когда все идет по правилам. И пункт номер один. Правила дорожного движения дети должны знать. Как только они сами смогут переходить дорогу. К слову о том, что конкурсы постоянные. Вот такая она, работа магнитогорских инспекторов ДПС. Сегодня очень важный проект «Дорога и дети». Спасибо большое всем организаторам и участникам данного проекта. Для меня большая честь сегодня находиться вместе с вами от лица хоккейного клуба «Металлург». Добрый день. Поздравляю участники «Дороги и дети». Желаю вам всего хорошего и безопасных дорог. Мы собрались подвести итоги конкурса, работ, школьных работ. Замечательные рисунки, поделки. Все удивляет. Настолько ярко, красиво, живо. Конечно, очень радует, что благодаря вам наша программа, многолетняя программа «Дорога жизни», она развивается и развивается. Ей уже 11-й год. И в рамках этой программы у нас проходит этот конкурс. Хотелось бы поблагодарить очень многих партнеров, которые участвуют в развитии этого конкурса, в награждении по этому конкурсу. Конечно же, это и прежде всего хоккейный клуб «Металлург». Да. Я хотел бы отдельно поблагодарить руководителя Сергея Алексеевича Лоськова. Слова ему благодарности прошу передать за поддержку, постоянное участие. Участвует у нас и Дом печати, МГТУ активно участвует, Центральная городская ярмарка и еще многие-многие предприятия, серьезные предприятия города за эти 11 лет подключились к «Дороге жизни». Хотим выразить вам слова благодарности за неравнодушное отношение к проблемам обеспечения безопасности детей на дорогах. Именно проекты «Родители с детьми» сегодня мы будем награждать и поощрять. Хочется отметить вклад каждого из здесь присутствующих в решение вопросов обеспечения детской безопасности, так как ваши проекты будут в дальнейшем использоваться при проведении обучающих занятий с детьми. Конечно, хорошо, когда мальчики и девочки любят полицию. Вот откуда любовь-то должна быть. Полиция предупреждает и защищает. Полиция благодарит, и вместе с полицией на награждении страховая компания «Энергогарант», хоккейный клуб «Металлург», компания «Сильвер». Они помогают, и есть подарки. Потому что наша безопасность – это работа многих сил. Но зная об опасности, мы предупреждаем ее появление. Родители дома, преподаватели в школе, полиция на уроках. И что мы видим? Больше участия и больше удовольствия. Когда вы сможете, выиграв, сходить в кино, получить призы от страховой компании «Энергогарант» и группы «Сильвер», а также одеться в фирменный стиль магнитогорских хоккеистов с автографами. Но поверьте мне, не было такого в моей жизни, а теперь есть. Так же, как и есть правила, выученные с детства.